Последний матч выиграли, это как-то придало уверенности, положительных эмоций при подготовке к следующему матчу? Ну, конечно, совсем у ребят другое настроение, и очень хочется, чтобы вот это держалось и до следующих игр. Вот это хорошее настроение. Среди болельщиков популярно мнение, что матч с Уфой был очень положительным, и из-за этого многие переживают, что когда матч складывается хорошо, то мало пищи для размышлений, то есть мало ошибок, сложно работать в следующей игре. Что можешь сказать по этому поводу? Ну, я бы не сказал, что легко удалась нам эта игра. Все равно тяжело было, потому что Уфа, у них турнирное положение не такое хорошее, и они должны очки набирать, и поэтому они очень грамотно играли в обороне, и что тяжело было, все подходы к воротам, все перекрыто было. Но нам все-таки удалось забить 2 гола и выиграть. А то, что касается предстоящей игры, я думаю, Краснодар тоже, они за нами идут, и у них тоже такая же ситуация, как у нас, и проигрывать никто не хочет. Все хотят набирать очки. Посмотрим, как получится. Но надеемся, что ребята также будут настроены, как в игре, на игре с Уфой.